Артём Осипов, российский актер, известность которому принесли роли в «Урасане» по кличке «Сам не знаю», нашумевшем телесериале «Ликвидации», пламенного революционера Александра Фельдмана в фильме «Жизнь и приключения Мишки Япончика», Платона Протасова, мелодраме «Выйти замуж любой ценой». Театралы знают его как актера театра «Сатирикон», на сцене которого он создал много интересных образов. Частную жизнь актер всегда хранил в тайне. В юности он увлекся девушкой, с которой учился в Саратовской консерватории. Затем у него был страстный роман с одной из актрис «Сатирикона», имени которой он не называет до сих пор, считая, что прошлое заморожено. И все же Осипов встретил свою настоящую любовь, девушку по имени Маргарита, с которой и создал семью. Его избранница не имела никакого отношения к творческой среде, была по образованию юристом, уроженкой Минска. У нее уже был собственный ребенок, мальчик, с которым Артем быстро нашел общий язык. А когда любимая женщина родила от него их общего сына, Осипов решился официально оформить их отношения. Спустя год в семье появился еще один мальчишка. Актер не делает различий между тремя детьми и считает себя счастливым мужем и отцом. Фото детей периодически появляются на странице актера в Инстаграме, нарядуя с кадрами из фильмов, репетиций и шуточных постановок. Актер, чье творчество снискало большое количество поклонников, в 2019 году был приглашен в программу «Судьба человека» в интервью Борису Корчевникову. Он рассказал о своей личной жизни и ответил на такие интригующие вопросы о том, как сделал предложение супруге и ревнует ли она его к профессии. Оказалось, что Маргарита первое время не могла смириться с вечной занятостью мужа и поцелуями на съемочной площадке. Только со временем она поняла, что это специфик актерской профессии. Артем любит путешествовать, готовить, заниматься спортом. Кстати, спорт стал причиной того, что Осипов начал лично исполнять на съемках опасные и сложные трюки. Со временем понял, что трюкачество мешает творить как актеру, к тому же отнимает хлеб у профессионального каскадера, который намного эффектнее выполнит трюк. Да и о семье надо подумать. Сейчас Осипов ведет факультатив актерского мастерства в «Сатириконе». Причем упор делается на мастерство в кино, дабы театральные стены не помешали улавливать современные тенденции. Артист сам предложил Константину Райкину открыть курс. Также артист продолжает сниматься в кино и сериалах. А вам нравится этот актер? Пишите свои мысли в комментариях.